Для юных футболистов в Иванове построят крытый манеж. Инициаторы проекта заложили на стадионе «Локомотив» первый камень будущей тренировочной базы. Уже через год и в снег, и в дождь там смогут заниматься ребята из детской футбольной школы «Текстильщик». Сегодня детская спортивная футбольная школа «Текстильщика» имеет два больших профессиональных искусственных футбольных поля, на которых, по большому счету, можно играть круглый год. Одно маленькое тренировочное футбольное поле, прекрасные помещения для раздевалок с небольшим спортзалом, административные помещения. Новый манеж станет финальной точкой в этом ансамбле спортивных объектов «Локомотива». На строительство площадки потратят более 100 миллионов рублей. Основная часть денег поступит из федерального бюджета, плюс областное софинансирование. Таков вклад государства региона в будущее ивановского футбола, а в частности в новое поле. Оно чисто футбольное, где ребята будут заниматься в любую погоду. Оно достаточно вместительное, 56 метров длина, 36 ширина. И рассчитано прежде всего для занятий футбольной школы «Текстильщик». Стоит отметить, что для проведения крупных юношеских соревнований манеж не подойдет. Зрительских мест проектом не предусмотрено. Зато никакие посторонние взгляды не смогут помешать тренировкам будущих звезд футбола. Елена Белова, Олег Мелехин, РТВ Иваново.